Цель конкурса «Лидер года» – поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей навыками лидеров и руководителей. В нем приняли участие 5 конкурсанток. Это руководители и лидеры школьных и студенческих молодежных организаций. Такие конкурсы мы, конечно, проводим прежде всего для того, чтобы выявить этих талантливых ребят, чтобы они еще раз смогли показать себя, рассказать о той деятельности, которую они проводят. Все ведут огромную работу, и ребятам хочется поделиться этой работой с другими. Конкурсная программа включала в себя творческую самопрезентацию, представление организации, защиту социальных проектов и игру с залом. Девушки старались представить себя и свою организацию как можно интереснее, поэтому творческие номера были не лишними. Все старания приложим, ум активность встретим, я мечты иду уверенно, упорно. В номинации «Лидеры детских и молодежных общественных объединений» от 14 до 18 лет третье место в городском конкурсе «Лидер года 2015» получила Татьяна Безрученко, учащаяся профессионального лицея номер 59. За второе место награждается Севиль Меджидова, учащаяся школы номер 3. А первое место заняла Ирина Чурсина, учащаяся школы номер 40. Победителем номинации «Лидеры детских и молодежных общественных объединений» стала Ольга Карпейкина, учащаяся профессионального училища номер 61. Еще одним победителем номинации «Руководители детских и молодежных общественных объединений» стала Татьяна Мельникова, профессионального лицея номер 59. Победители будут представлять Новошахтинск на областном уровне, и мы желаем им успешной подготовки и высоких достижений.